не об Артур Петя. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Он теперь не просто мальчик, а теперь он новичок. У него на новой куртке отложной воротничок. Он проснулся ночью темной, было только 3 часа. Он ужасно испугался, уж урок уж начался. Он оделся в 2 минуты, со стола схватил пенал. Папа бросился вдогонку, у двери его догнал. За стеной соседи стали, электричество зажгли. За стеной соседи стали, а потом опять легли. Разбудил всю квартиру, до утра уснуть не мог. Даже бабушке приснилось, что твердит она урок. Даже дедушке приснилось, что стоит он у доски, и не может он на карте отыскать Москву-реки. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня...